Я не понял, Володенька. А где детектив? Это все. Ты шутишь? Тебе через 3 дня в издательство рукопись сдавать. У нас же договор. Это я без тебя знаю. Только я ничего не могу придумать. Разгадка на 5-й странице. Нет интриги, понимаешь? Нет. Не понимаю. Ты же мастер детектива. Ты же русский же призо. Тебе нужно что сделать? Сесть, подумать и написать. Так просто? Да. Я исписался. У меня нет мыслей. Нет сюжета. Пусто в голове. Пусто. Володя. Ну ты посмотри вокруг. В жизни столько сюжетов. Ну что ж теперь делать? Ничего. Звони в издательство. Говори, что писателя Воронова больше нет. Андрюш, вызываю опергруппу. Тут труп. Сегодня модельное агентство «Калипсо» представило новую коллекцию, столь ожидаемую знатоками. Известная законодательница моды, владелица агентства «Калипсо» Виолетта Гатти не устает удивлять публику. На этот раз звездой показа была модель Регина Баттер, чья нестандартная внешность, возможно, скоро изменит наше представление о красоте. Вот бы хоть раз в таком платье пройтись. А сейчас о коллекции расскажет сама Виолетта Гатти. Наталья, ты убирать сегодня думаешь? Я же на прошлой неделе дежурила. И сегодня тоже. Вас теперь двое живет. Вот иди убирай и мой за своим хахалем. Жав, может, ты поможешь? Я так устала, как собака. С ума сошла? Ты же видишь, я читаю. Я же целыми днями на работе, а ты не работаешь. И что? Не будь жлобихой, Наталья. То есть ты будешь лежать на диване, читать Бродского, я буду драить эту вонючую коммуналку, и горбатится на тебя? Ты меня куском хлеба попрекаешь? Вовка, ты устроился, Джава. Хорошо, я уйду. Ты куда? Ты дура. Ты еще об этом пожалеешь. Образ нашей новой коллекции – это хрупкая женщина в сегодняшнем жестоком мире. Она слишком ранима и нуждается в защите сильного мужчины. Вот посмотрите, абсолютное воплощение этого образа.
И еще один вопрос. Скажите, Виолетта, а почему на этом показе не присутствует ваш постоянный спонсор Герман Радзивилл? У господина Радзивилла слишком много дел. Он улетел в Париж. Скажите. Вскрытие покажет. Глаз выбит. Выходного отверстия от пули нет. В кармане штанов был бумажник с документами на машину. Отлично. И кто он? Радзивилл. Герман Юлианович. Управляющий коммерческим банком «Ирбис». Там два орла сидят, постановили их на этой машине. Говорят, взяли покататься, а про труп багажника ничего не знают. И, похоже, не врут. Поздравляю с висяком, братцы. Джавочка, постой. Прости меня! Джавочка. Еще что-нибудь нашли? Угу. Фотография. Была в бумажнике. Полюбуйся. Ничего, примиленькая блондиночка. Еще в багажнике валялась запонка. Серебряная с восточным узором. Инь-янь. Единство мужского и женского начала. А также символ строения Вселенной. Ладно, оформляйте. Я пойду с орлами побеседую. Ну что, парни, влипли вы по самые помидоры, лет на 15 потянет. Дяденька, да не убивали мы, ну, просто покататься взяли, честное слово. И именно ту самую машину, у которой труп в багажнике. Врите складней. Честное слово, мы просто покататься. Да уберите же. Заканчиваем. Где машину взяли, помните? На Смоленке. У офиса. Я даже показать могу. Обязательно. Вот сейчас и покажете. Сейчас приехать. Понимаешь, Джава ушел. А тут собака. Я замерзла. Я домой не могу попасть. Подумай про Джаву. Приезжай, пожалуйста, скорей. Собачка. Собачка, пусти меня домой. Где твои хозяева? Ищут тебя, наверное. Ты потерялась? Ты иди домой, ладно? Ну,
Здесь вроде. Здесь или вроде? Да, здесь Ауди стояла, с краю. Пиши протокол, сын. А мы не обязаны за чужими машинами смотреть. Мы здесь офис охраняем, а не стоянку. И не заметили, когда этот Ауди припарковали? Нет, не заметили. Да ладно, Павлович, чего ты? Скажи ему. Дня два стояла. В прошлое дежурство ночью ее подогнали. Я как раз тогда в ночной магазин ходил. Иду обратно, смотрю, девушка Ауди припарковывает. Вышла из машины и отправилась прямиком к магазину. А какая девушка? Девушка обычная, в платке и пальто у нее, по-моему, такое длинное. Опознать сможете? Да ты что, командир, далеко было, да и темно. Часа два ночи было, может быть, три. Ну, хватит уже на эту тварь-то продукт переводить. И так вон всю колбасу ей скормила. Ты вообще ее зачем в дом-то приволокла? Смотри, Нинка, мы с ней похожи. И он тоже бросили, как и меня. Ну все. Все, кончай реветь. Мы завтра с тобой в церковь сходим. Свечку поставим. Зачем? За твое счастливое избавление от этого Альфонса. Не, ну надо, он же целый год на диванчике с книжкой валялся. Пил, жрал за твой счет. Ну, пусть бы дальше валялся. Я его люблю. Любить, девочка моя. Это не значит позволять вытирать об себя ноги. Слушай, я же тебе твоего любимого Воронова купила. На. Спасибо. Утешься. Смерть по-научному. Володя, может быть, вызвать врача? Творческая несостоятельность лекарствами не лечится. А давление скачет? Может, был гипертонический криз? Будет. Ты ипохондрик, Володя? И мизантроп. Если хочешь знать, в этом твоя основная проблема. Но я знаю одно прекрасное средство от этой твоей хандры. Какое? Пойди в ресторан или казино и напейся там в дым. Можешь провести время с цыганами, а лучше всего подраться, так чтобы в кровь. Если хочешь знать, так восстанавливали свои творческие силы все великие русские писатели. Я не великий. С меня хватит аспирина и горчишников. А еще тебе нужна баба. Зачем? Ну да, действительно. Она же будет отвлекать тебя. Твоего атласа инфекционных заболеваний. Ладно, Володенька, тебе надо просто отдохнуть. Ты работал на износ. По 5 романов в год – это не шутка. Так любое здоровье потерять можно. Значит так, ты будешь лечиться, а в издательстве я все улажу. Все, подождут. Они же не хотят загнать в гроб самого кассового своего автора. Я вообще больше не хочу слышать о твоем джаве. У тебя давно не было романа, Нинка. Да и слава богу. А то, глядя на тебя, я вижу, что люди от любви глупеют. Наталья, ты собаку привела? Нет. А кто лаял? А это по телевизору, бабушка. Смотри, если ты привела собаку, я немедленно
бабушка дорогая, если вы сейчас не угомонитесь, я сама загавкаю, честное слово. Слушай, может, ты ее заберешь? Она вон породистая. Ага. У меня у самой жизнь собачья. Еще мне этой твари дома не хватало. А ты это, хозяев ее найди. Собака ухоженная. Тебе еще денег за это отвалят. Где их найдешь-то, этих хозяев? Так, а может, у ней на этом, на ободке написано? О, смотри. Ее зовут Тума. Тихо ты! Тума. И адрес даже есть. Завтра перед работой доеду, отвезу тебя. Это самое умное, что ты можешь сделать. Ой! Дам тебя твоим хозяевам и на работу еще успею. Вот заключение патологоанатома. Радзивилл Герман Юлианович умер около 4 суток назад, в ночь с 3 на 4, примерно между часом и 2 ночи. В результате проникающего ранения в глазное яблоко, нанесенного острым предметом. Значит, не пуля? Нет. А что тогда? Возможно, стилет. Ну, или заточка. Да. Вряд ли это заказуха. Да, и потом, зачем киллеру совать тело в багажник, да еще снимать с него рубашку? Чем еще можешь порадовать? Задолго до смерти Радзивилл плотно поел. Надеюсь, в ресторане. Надо выяснить, где он поел. Любимый ресторан Радзивилла. Сейчас. Обсерватория. И охранник утверждает, что банкир действительно собирался там ужинать 3-го вечера. И, между прочим, с девицей. С той, что на фото? Охранник не может сказать, потому что Радзивилл перед ужином его отпустил. Ну, наверное, хотел интима. Тьфу ты, ну и охраннички пошли. У 7 нянек дитя без глазу. Это точно. Не в бровь, а в глаз. Ну, хватит ржать. Кстати, жена Радзивилла опознала труп? Опознала, правда, я не заметил, чтобы она особо переживала. А. Надо ее навестить. Ну что, собака? Где твои хозяева? Что, собака, у нас нет другого выхода. Сейчас позвоним в справочную. Сдам тебя в какой-нибудь питомник. Пойдем, Тума. Ах так? Вот же тварь неблагодарная. Ну и сиди тут. Я с тобой нянчиться не нанималась. Госпожа Радзивилл.
Эмма Александровна. Прекрасно держитесь, Эмма Александровна. Вы удивлены, что я не бьюсь в истерике? Конечно, мне жаль Германа, но наши отношения были из рук вон, так что было бы глупо изображать из себя безутешную вдову. Были в курсе его дел? Да. Третьего он предупредил меня, что улетает в Париж. Вот как? Прошу вас. Он хотел заехать к Адаму. Это наш сын. Учится в Сорбонне. Это он? Нет. Это мой секретарь. Простите. А у вашего мужа были враги? Как у любого человека, который занимается крупным бизнесом. Но я не думаю, что это было заказное убийство. Ого, твоих хозяев давно нет. Вон сколько реклам Не стану скрывать, вы все равно узнаете. Мой муж был бабником. Любил заседать на всяких конкурсах. Ну, где девки задами трясут. Каких конкурсах? Да вы сами знаете. Мисс район, мисс область, мисс атомная станция. Потом их в койку тащил. А вы об этом знали? А он особенно и не скрывал. Скажите, пожалуйста, вам знакома эта девушка? Я не интересуюсь его шлюхами. Она что, причастна к убийству? Это фото мы нашли у него в бумажнике. А? Возможно, это Никольская. Значит, вы все-таки ее знаете? Я ее никогда не видела. Мне о ней рассказала моя домработница. Герман притащил эту дрянь в наш загородный дом, когда я была в отъезде. Она имела наглость спать в моей постели. Могу я поговорить с вашей домработницей? Угу, конечно. Только я понятия не имею, где ее искать. Я ее сразу уволила. Угу.
Здравствуйте. Милейший, у нас закрытый клуб для VIP-персон. Оперуполномоченный Александр Гусалов. Давно пора было это сделать, Дарья. С меня хватит. Я слишком серьезно к тебе отношусь, чтобы позволить вытирать о себя ноги. Ключ от твоей квартиры мне больше не понадобится. Прощай, Денис. Ты что, недолюбливаешь дружка своей хозяйки? Ну ладно. Эта девушка была здесь вместе с покойным банкиром 3-го вечером. Не знаю, трудно сказать. Тем более, что они красавицы, все на одно лицо. Да, за последнее время он приводил сюда десятка два девушек, но все одного типа. Вы же их обслужили в тот вечер. Извините, я больше на ноги смотрел. Понимаете, они у нее длинные. А кроме ног вы больше ничего не запомнили? Ну что ж, друзья, раз у вас такая ненадежная память, придется нам общими усилиями составить фоторобот. Так что давайте зовите всех, кто дежурил в ту смену. Ты с ума сошла? Ты зачем залезла в чужую квартиру? Я просто привела собаку. Немедленно закрой дверь, положи ключ на место и уходи оттуда. Тебе на работу пора. А собака? Пусть ждет свою хозяйку. В том-то и дело, что хозяйка, похоже, укатила во Францию. Собакой просто некому заниматься. Не знаю, но сдаю в приют. Не могу. Значит так, я сейчас поеду в редакцию, сдам фоторепортаж. И встретимся после работы в 6 часов вечера в парке. Все, давай, пока. Нет, губы полней. И скулы выше здесь. Вот здесь. Это она? Вы уверены? Да, точно уверен. Поздравляю, парни. Ваше заведение посетила сама Клаудия Шифер. Ну да, похоже. Я же говорю, губы полнее. Теперь Линда Евангелиста. Слушай, а может она негритянка, а? Почему негритянка-то? Да потому что это резко сузит нам круг поисков. Я вам сразу нарисую Наоми Кэмпбелл и дело с концом. Да все эти модельки похожи друг на дружку, как близнецы. Разве всех запомнишь? Алло, Александра Петровна. Это я, Наташа Широкова. А я заболела. Наверное, грипп. Группу в Египет оформила. По Зальцбургу вчера подала документы на Шенген. Я тоже боюсь, что могу остальных заразить. Может, не брать больничный. Спасибо, Александра Петровна. Спасибо.
Шикарно живешь, собака. Мне бы так. Помыться по-человечески. Нинон? Наташа? Ты? Это вещи из ее квартиры? Ты зачем их напялила? Ты с ума сошла? В нашу денек не обеднеет. Но это чужие вещи, до тебя это не доходит. А вдруг хозяйка приедет или ее близкие явятся? С бойфрендом они... расстались. Вот. Любовь и ревность – адская смесь. Вполне может вернуться. Но это чужие вещи, до тебя это не доходит. Тебя могут забрать в милицию, посадить за воровство, ты понимаешь? А собака? Ну, дело же совсем не в собаке. А в чем, по-твоему? А в том, что тебе надоела твоя коммуналка, ты хочешь вырваться и пожить другой жизнью, правда? Сегодня ты засела к ней в квартиру, а завтра ты захочешь стать ей самой? Ладно, Нинон. Не желаю слушать твои проповеди. Я тебя предупредила. Сама разберусь. Слушай, ну какие уроды эти официанты. Никакой наблюдательности. Ну, почему же? Они очень даже наблюдательны. Они поняли, что подружка Радзивилла была моделью, причем высокооплачиваемой. С чего взял? С того, что они тебе нарисовали всех мировых знаменитостей. А это значит, что та барышня, которую мы ищем, очень на них похожа. А жена Радзивилла говорила, что он во всех жюри, где миск выбирают, сидел. А куда потом деваются все призерши конкурсов красоты? Ну, куда-куда? Модельные агентства, куда им еще? И значит, мы должны с тобой прошерстить все приличные модельные агентства. И неприличные тоже? И, кстати, выясни, есть ли модель по фамилии Никольская. Это одна из девушек Радзивилла. Сосед снизу? Да. Я ваш сосед снизу, черт возьми! Очень приятно. А мне, представьте, нет. И я вовсе не рад нашему знакомству. Все, моему терпению пришел конец. Вы здесь без году недели, от вас сплошные неприятности. То у вас музыка орет, то вы топаете по голове своими каблучищами. Слушайте, я на вас в суд подам. Простите меня, пожалуйста, я сейчас все уберу, понимаете? Я просто ушла, забыла кран закрыть, а цепочка, затычка, она соскользнула и... Какая затычка? Что за чушь вы несете? Вы безалаберны и безответственны! Что это у вас?
Собака. Ее Тума зовут. У меня аллергия на собак. Простите, я сейчас. Все, я закрыла ее. Скажите, сколько я вам должна за ремонт? Я все компенсирую. Честное слово. Это ваша книжка? Да. Интересно? Очень. Это мой любимый автор. Воронов? Никогда раньше не слышал. Какая-то дешевая билетристика? Напрасно вы так. Это, между прочим, очень хорошая литература. Язык, характеры, сюжет. И, если хотите знать, это русский Жапризо. Жапризо? Жапризо. Классик французского психологического детектива. Никогда не слышали? Слышал. Вы действительно считаете, что этот Воронов похож на Жапризо? Конечно. У меня все его книги есть. Все 15. Вот это самая последняя. Очень интересная история. Такая тонкая интрига. Есть над чем голову поломать. Да возьмите сами, почитайте. Честное слово, получите настоящее удовольствие. Ну, спасибо. Смотрю на досуге. А вы так и не сказали, сколько я вам должна за ремонт? Да пустяки. Нисколько. Всего доброго. До свидания. Володенька, в чем дело? Почему ты такой нервный? Может быть, сбегать за феназепамом? Не надо. У меня протек потолок. Соседка сверху залила. Такая препротивнейшая девица. Молодая? Молодая. Представляешь, ну и что теперь будет? От сырой штукатурки появится плесень. А у меня и так воспаленные гланды. Ты у нее был, и она произвела на тебя впечатление. Угадал. Отвратительное впечатление. К тому же у нее огромная псина. Я вообще не понимаю, зачем люди заводят собак? Они дерут мебель, всюду гадят. К тому же у них эти глисты и прочая мерзость. Ужас какой-то. А еще считается, что собака – друг человека. Чем же еще, Володенька, зацепила тебя эта девица? Ну, кроме сырой штукатурки и собаки. Не темни, Володя, я тебя очень давно знаю. У нее оказалась моя книга. Представляешь, соседка сверху, моя горячая поклонница, читала все мои детективы. Что ты на меня так смотришь? Ты еще здесь? Чего домой не ушел? Какой черт тут уйдешь? Ни одной зацепки. Уже из управления звонили. Дело Радзивилла на контроле.
Даже вот это мы попали. Я тут, кстати, узнал, кто такая Никольская. А, мадам в городе весьма известная. Элитная модель. Адрес, телефон. Личный номер госпожи Никольской. Пробил по нашей базе. Это пока наша единственная ниточка. Ксения, вас беспокоит следователь прокуратуры. Мы могли бы с вами встретиться? Дело не терпит отлагательств. Да. Я могу подъехать прямо сейчас. Где вам будет удобно? Где? Договорились? Ну чего? Черт, у нас собирается ужинать в гурме-бутике. Даша, ты попал. Там чашка кофе стоит пол нашей зарплаты. Да. Нина, слушай, я нашла ее паспорт. Чей? Чей? Хозяйки квартиры. Ее зовут Дарья Литвинова. А ты еще не ушла оттуда? Нет, слушай, она никуда не уехала. Тут билет в Мурманск на 4 число, а сегодня 8. Ну и тем более, ноги в руки, бегом оттуда. Подожди. Тут еще один паспорт. Какой-то хмырь по фамилии Радзивилл. Тоже билет. Тоже просроченный на 4-е. Во Францию. Ну и что? Как что? Как-то странно. Хозяйки несколько дней нет дома, а тут паспорта и билеты. А чего тут странного? Люди хотели полететь, потом передумали. У богатых же свои причуды, ты же знаешь. Простите, вы Никольская? А вы следователь? Лёля. Леонид Петрович. Вот мое удостоверение. Я не понимаю, что вам еще от меня нужно? Я давно сказала вашим людям. Я не знала, что Марина перевозила наркотики. Более того, мы даже не были с ней подругами. Мы просто пару раз работали вместе, и все. А я не по этому вопросу, Ксения. Мне нужно поговорить с вами о Германе Радзивилле. Не скажу, что это очень приятная тема. И что же случилось с Германом? Дело в том, что его убили, вы разве не в курсе? Нет. Я только вчера прилетела из Гамбурга. А почему вы решили, что я могу быть вам полезной? Потому что вы были с ним в близких отношениях. С чего вы взяли? Вы у него ночевали. Супруга настучала, да? А она вам не сказала, что с тех пор прошло уже 3 года, нет? Я знаю, что вы дома, у вас горит свет, открывайте. Вы кто? Я вас не знаю. А писателя Воронова знаете? При чем здесь Воронов? Так вот, я его агент. Я вам не верю. Это членский билет Союза писателей. Вам видно?
я не понимаю, почему вы пришли ко мне? А дело в том, девушка, что вы его сегодня залили водой, а потом ему же подарили его собственную книгу. Вы меня разыгрываете. Это что, был Воронов? Вот этот вот, который живет подо мной? Нет, этого не может быть. Ну, писатели тоже должны где-то жить. Не на облаке же. Ну, допустим. А от меня вы что хотите? Дело в том, что вы ему понравились. Я? Он вам сам об этом сказал? Нет. Я сам догадался. Приходите к нам сегодня минут через 15, хорошо? Зачем? Ну, посидите, поговорите с ним о его творчестве. Как вас зовут? Дарья. Мы вас ждем, Дашенька. И что, с тех пор вы с Радзивиллом не виделись? Мы виделись. На выставках, на показах, не более того. Да и наш так называемый роман уместился примерно в неделю, так что вряд ли я смогу вам рассказать что-нибудь интересное. И все-таки. Он пригласил меня во Францию, дарил орхидеи, украшения. Потом я узнала, что у Германа есть очень милая привычка приглашать туда на романтические свидания всех своих новых пассий. И кто у него был после вас? Не знаю. Но он придерживался одного типа. Модели вроде меня. Эта девушка вам знакома? Нет. Вы посмотрите повнимательнее. Я же сказала нет. У меня хорошее зрение. Будьте добры, мне, пожалуйста, окуня со шпинатом и эспрессо, пожалуйста. А вы что-нибудь будете, господин следователь? Ничего, мне пора, я пойду. Приятного аппетита. Счастливо. Скажите, эта девушка причастна к убийству? Не знаю, ее фото нашли у него в бумажнике. Если у меня еще будут к вам вопросы, я с вами свяжусь. Боюсь, что вряд ли смогу быть вам полезной. Нинка, слушай, ты сейчас умрешь. Знаешь, кого я сегодня затопила? Самого Воронова. Нет, это ты сейчас умрешь. Я сейчас только собиралась тебе звонить. Чей паспорт ты сегодня нашла? Какого-то Радзивилла. Включи криминальную хронику. Судя по всему, смерть наступила несколько дней назад, в ночь с 3 на 4. Следствие пока не разглашает официальные версии происшедшего. Возможно, убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего Радзивилла. Напомним, Герман Юлианович... Ну, вот теперь ты понимаешь, во что ты вляпалась? Любовника хозяйки квартиры грохнули. Возможно, ее тоже. С чего ты взяла? Да с того, что их билеты остались неиспользованными. Напряги мозги, девочка моя, и сообрази. Либо ты будешь следующая, либо тебя посадят за соучастие в убийстве. Должна была кого-то серьезно напугать. Вот только кого. Это и предстоит теперь понять следствию. Похоже, что Герман Радзивилл – это не последняя жертва жестокого убийцы. Thank you.
пожалуйста. Здравствуйте. Хотите посмотреть, во что вы превратили мою ванную? Простите меня еще раз. Присаживайтесь, Дашенька. Вы же давняя поклонница таланта Владимира Владимировича. Вот коньячку не желаете за знакомство? Давайте. Спички рассыпались. Что? Уронил спичечницу. У вас музыкальный слух, девушка. Это действительно была спичечница. Как в вашем четвертом романе. Не понял. Бронзовая спичечница на гранитной подставке эпохи Серебряного века, которой был убит коллекционер Трахтенберг. Она отражала сияние бриллиантовых диадем светских дам, но мрак безвремени пропитал ее и лишил былого блеска, сделав орудием убийства. Вы что, знаете мои романы наизусть? Просто случайно запоминаю некоторые моменты. А, Дашенька, вы сами не пробовали писать? Я нет. Напрасно. Мне кажется, у вас могло бы это очень хорошо получиться, а я бы стал вашим литературным агентом. Боюсь, что я не справлюсь. Хотя, вы знаете, один сюжет у меня есть. Сюжет детективный? Да, такая странная, запутанная история. Ну, валяйте ваш сюжет. Все началось с того, что молодая женщина подобрала на улице собаку. Это породистый ротвейлер. А на ошейнике написан адрес. Что ж ты в ресторане, шеф, не поел, а? За такие деньги кусок рот не полез, или же роскошная девушка аппетит перебила? Лазурный берег. Орхидеи, украшения под подушкой. Мечта красивой жизни, Петрович, напрасный труд. Он всех своих баб таскал на Лазурный берег. Радзивилл мог лететь во Францию с частным визитом. Ну и что? А то, что ты немедленно должен узнать, на чье имя в самолете были билеты рядом с Радзивиллом. Так, продолжайте, Даша. Значит, она нашла паспорта и билеты. Хозяйка квартиры должна была уехать в Мурманск. А мужчина? Мужчина во Францию. Куда именно? Лазурный берег, Ницца, Канны. И Монте-Карло под боком. А вы не хотите сделать его профессиональным игроком? Не знаю. Пожалуй, нет. Жаль. Это может дать одну из версий, которую мы потом, естественно, опровергнем. Впрочем, билеты в Мурманск тоже могут быть ложным следом. А вы сами-то чем занимаетесь, Даша? Я работаю в турфирме. Но вообще-то я закончила филфак. Mm-hmm. Прекрасный образ, Володенька. Интеллигентная девушка ради заработка занимается нелюбимым делом. Да подожди ты, Натан, это и так понятно. Ее не смущает, что в квартире вот уже несколько дней никто не появляется? Смущает. Особенно после того, как она узнала, что этого мужчину нашли мертвым. Мертвым? Любопытно. Мертвым. Мне последнего Воронова, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо.
Чего читаешь, шеф? Владимир Воронов. Тебе на работе детективы не надоели? Да это для племянницы, она фанатка этого типа. Ну что, нарыл что-нибудь? Нет. К сожалению, на всем рейсе было только 5 барышень подходящего возраста, и все они сидели в эконом-классе. Я не думаю, что Радзивилл взял себе билет бизнес-класса, а на любовнице решил сэкономить. Кстати, его секретарша говорила о том, что она заказывала только один билет. Черт, мы опять в тупике. Кстати, Сань, когда хоронят Радзивилла? Завтра утром. А что, хочешь сходить? Обязательно. Посмотрю на окружение, может, появятся какие-нибудь мысли к размышлению. Слушай, пойдем скорее, что-то я замерз. Ну, а давай. Как вы думаете, что ей делать? Может быть, стоит уйти, убежать и забыть обо всем? Ни в коем случае. Иначе вы погубите, в общем-то, неплохой сюжет. Она обязательно должна остаться в квартире. Понимаете, она вынуждена играть по правилам квартиры, в которую попала. И в конце концов, именно квартира втянет ее в какой-нибудь криминал. Но вы согласны, Дарья? На что? На то, чтобы воплотить свой замысел на бумаге. Я не знаю. Соглашайтесь. Дашенька, присутствовать при рождении романа – это дорогого стоит. Первый экземпляр вам. Нет, не пойдет. Это же моя история. И моя идея. Дашенька, идеи витают в воздухе. Потом вы же не хотите сказать, что вы засядете за машинку? За компьютер. У меня компьютер. Точно. У хозяйки квартиры тоже есть компьютер. И тогда наша, то есть ваша героиня, может влезть в него, порыться в электронной почте. Ну, посмотрите, как их... Файлы. Вот именно. В переписке пропавшей хозяйки можно найти что-нибудь интересное. Найти какой-то след. Вам самой это нравится, Дарья? Нравится, только знаете что? Забирайте себе этот сюжет, если он вам так приглянулся, но у меня есть одно условие. Какое? Разрешите мне принять участие в разработке. Ну, может быть, и у меня появится, точнее, я придумаю еще какие-то события. Хорошо. Ну-ка, Тума, посмотрим, кто там пишет твоей хозяйке. Грим. Многовато вокруг нее мужчин. Чем обязан? Мы же недавно расстались. Простите, мне тут пришла одна мысль. Помните, вы говорили об электронной почте? Ну? Так вот, наша героиня открыла ее и обнаружила странное письмо. Письмо? Какое письмо? От кого? Его зовут Грим. Может быть, это ниточка? Вы говорили, она может натолкнуть. Письмо пришло после исчезновения хозяйки? Да. Ну и что в нем? Ответь, черт возьми, иначе я буду думать, что тебя уже нет в живых. Успехи. Даша, коротко, емко, точно. А главное, что в этой фразе просматривается суть их отношений. Это не любовное письмо. Скорее, они с Гримом приятели, коллеги. Да, их связывают деловые отношения. Не очень хорошо пахнущие и, возможно, даже опасные.
Она должна ответить на это письмо. Ну, как вы думаете? Разумеется. А что? Что? Я думаю, что-нибудь нейтральное. Ну, во-первых, надо понять, как на письма могла отвечать сама хозяйка. Человек – это стиль. Вот вы как думаете? Род ее занятий. Чем она могла заниматься? Я не знаю. Я не думала об этом. Надо подумать. И прежде всего, героиня должна посмотреть ее бумаги, фотографии. И что-то в них. Какая-то деталь должна закрутить пружину интриги. Вы правы. Я учту. Учтите. Здравствуйте. Сейчас никого нет дома. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Даша, это я. Прости за письмо. Ну, мы оба были неправы, да? Нам нужно поговорить. Даша, я тебе все объясню. Ну, не будь ты сукой, ну сними трубку, если знаешь, что ты дома, шлюха! Сними трубку, или сейчас приеду и дверь выломаю к чертовой матери! Похоже, Тума, тебе сегодня придется ночевать одной. Если в квартиру названивает бывший любовник хозяйки. Ну уж увольте. У нас детектив, а не любовный роман. А если это и есть та самая деталь, которая закрутит пружину интриги? И потом, мы же начали с того, что он бросил ключ в почтовый ящик, и его нашла наша героиня. Значит, по законам жанра героя надо доигрывать. Ого. Да вы начинаете рассуждать, как профессиональный литератор. Ну, допустим, вы правы. Ну и чего он хочет? Объясниться. И назначает встречу в каком-нибудь кафе. Отлично, Даша. Что вы стоите? Значит, героиня должна пойти на эту встречу. Вы думаете? Обязательно. Вот только как она его узнает? У хозяйки на столе стоит его фотография. Это не самый лучший ход, но, ну, допустим. Значит, она должна с ним познакомиться и заинтриговать его. Ну, как? Ну, господи, да элементарно. Ну, например, достанет свою записную книжку. Такое. Поехали. Будете пить? Угу. Мне то же самое. Простите. А? У вас превосходные духи.
Скажите, а мы с вами раньше нигде не встречались? Не думаю. Я вижу, у нас с вами одинаковый вкус. Разрешите, я вас угощу? Сережа, это на мой счет. Кстати, меня зовут Денис. А вас? Наталья. Наташа. Мое любимое имя. А вы суеверны? Боитесь глаза или, может быть, просто загадали желание? Это так. Не обращайте внимания. Мне пора. Я зашла только на минуту. И что, мы с вами больше не увидимся? Кто знает, мир тесен. Одну минутку. Простите. Вот, возьмите. Ну, вдруг вам когда-нибудь захочется позвонить и пропустить по стаканчику. Ну что ж, тогда мне придется тоже дать вам свой телефон. Знаете, Наташа, мир действительно тесен. Да, действительно странно. Мне дают телефон хозяйки ротвейлера, она оказывается вашей девушкой. Знаете, Наташа, есть такая теория тотального знакомства. Так вот, она звучит приблизительно вот так. Каждый человек, разрешите, каждый человек на этой земле знаком с другим. Ну, через какого-то другого своего случайного знакомого. Так что вполне возможно, что нашу с вами встречу подготовило само провидение. Ну, я и понятия не имела, что познакомлюсь с вами. Ничто на этом свете не происходит просто так. Во всем есть свой скрытый смысл. А смысл нашей встречи в том, чтобы выпить вина? Вы обещали коллекционное. Да. Располагайтесь, я сейчас. Мой кабинет. А где же ваш компьютер? Вы говорили, что занимаетесь дизайном. Да, занимаюсь. Он на работе. Дома я предпочитаю расслабляться. А ваша девушка Дарья, она кем работает? Она модель. Только давайте сменим тему. Мы расстались, и сейчас об этом мне абсолютно не хочется говорить. Но почему же? Если вы мне расскажете, вам станет легче. Знаете, как люди исповедуются в поезде случайному попутчику? Потому что видят его первый и последний раз в жизни. Пробовали? Да. И вы знаете, помогает. Она ушла к другому, да? Да, она
часто уходила. Я же сказала, она модель. Я, конечно, как-то пытался с этим мириться, но я же не железный. Вы действительно можете мне помочь. Вы поймите, мне это нужно. Что-то не так? Я так не могу. Ваша девушка, вы ведь любите ее. Ну и что? Ну что, Наташа? Как нам это может помешать? Ты пойми, я... смотрю на тебя, закрываю глаза и вижу те же волосы. Тот же запах и даже платье такое же на ощупь. Денис, это подделка. Суррогат. Ты целуешь меня, а думаешь о своей Даше. Я боюсь, что вместо своего имени я услышу ее. Я чувствую себя желудевым кофе, который пьют, когда нет настоящего. Я понял. Все в порядке, прости. Кстати, кофе... хочешь взбодриться, у меня есть колумбийский. Была у мужика.
Чего ты взяла? Ну, морда сияет, глаз горит. Ну, с кем вы переспали, милочка? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Его зовут Денис, только я с ним не спала. Новый кекс. Ну и кто он? Ну, помнишь, я рассказывала тебе, бывший парень Дарьи Литвиновой. Ты с ума сошла? А я смотрю, ты не просто ее платье носишь. Ты уже ее женихов на себя примеряешь, да? Воронов сказал, что я должна его заинтриговать. Заинтриговала? Мне правда понравился. И он мог бы влюбиться в меня. Знаешь, я в какой-то момент уже почти согласилась. Мы уже начали целоваться. Девочка моя, у тебя мозги вообще, что ли, отбило? Пойми, это парень хозяйки квартиры. Это ее история, а не твоя, понимаешь? Ну, а вдруг он во всем этом замешан? В чем? В убийстве. Дарья, открой, я знаю, что ты дома, Дарья! Дарья, открывай! Заткнись, сучка. Дарья! Эй, Дарья, открывай! Вы там! Немедленно прекратите хулиганить! Дарья! Я сейчас милицию вызову! Дарья пропала. Ее любовник мертв. Тебе это о чем-то говорит? Ну, вдруг это твой Денис его грохнул? Так, из-за ревности. Да и ее заодно. Не говори чушь. Если бы он ее грохнул, зачем бы он стал названивать в квартиру и умолять о встрече? Да может, он алиби придумывает? Уезжай оттуда скорее, пока... А собака? Да черт с ней! Ко мне ее привози. А ты возвращайся в свою коммуналку. Ну, нельзя жить чужой жизнью, пойми. Партии «Белые волки». Но в памяти сограждан Герман Юлианович останется прежде всего щедрым меценатом и покровителем искусств. Напомню, что обстоятельства смерти господина Радзивилла до сих пор неизвестны. Прощание с банкиром состоится на рассвете в Римско-католическом кафедральном соборе. Вот так вот закончилась история знакомого твоей Даши. Если с тобой что-то случится, я не пойду на опознание. Пойдешь, куда ты денешься? Не пойду. Ну и не надо. Ну, я тебя умоляю. Ну, не ввязывайся ты в это дерьмо. Кого не ожидала здесь увидеть. И жаль, скорбишь по этому подонку. Или просто не можешь поверить своему счастью, м? Простите, это вы мне? Простите, ради бога.
Я вас приняла за свою подругу. Вы очень похожи со спины. Ничего, бывает. Ксения, доброе утро. И вы здесь? Да, пришла отдать последний долг. Все-таки мы были близки. Понимаю. Знаете, у меня к вам просьба. Меня интересуют окружающие. Боюсь, что вряд ли смогу быть вам полезной, потому что никого здесь не знаю. А эта девушка, я видел, вы с ней разговаривали, ваша подруга, тоже модель? Я обозналась. Извините, мне пора. Позвольте еще пару вопросов. Никак не привыкну, что его больше нет. Кстати, его убили в ночь с 3 на 4. А где вы были в это время? Я спала. Причем не одна, а с мужчиной. Вас это интересует? У меня есть алиби, господин следователь. А он может его подтвердить? Да, конечно. Я дам вам его координаты. Это все? Еще минуту. Вы не знаете, с кем еще знаком был Радзивилл? Я знаю, он предпочитал модели, а ваш мир довольно узок. Понятия не имею. Я не интересуюсь сплетнями. Спросите вы лучше об этом у Гатти. У кого? Виолетта Гатти. Старая сука, помешанная на бриллиантах и молодых мальчиках. Модельное агентство «Калипсо». Вы хотите сказать, что Гатти поставляла ему девочек? Это допрос? В таком случае пришлите мне повестку. До свидания. Кого-то ищете? Да, Виолетту Гатти. Она скоро будет. А я Регина Бадер. А это моя визитная карточка. Я единственная в мире модель с таким вот уродством. Ну что, вы невероятно красивы. Спасибо. Эта Ветта научила меня не стыдиться этого. Не побоялась меня взять и сделать элитной моделью. Вы говорите о Гатти? Да. Виолетта Сергеевна практически у меня крестная мать. Я обязана всем ей и агентству «Калипсо». Можно я подожду ее? Конечно. Вы ведь из журнала по поводу интервью, да? Нет. Я хотел узнать о Ксении Никольской. Ксения Никольская больше не работает в нашем агентстве. А почему? Без комментариев. Извините, я не представился. Старший следователь прокуратуры. Меня зовут Леонид Петрович. Могу я задать вам несколько вопросов? Подожди меня в приемной, Регина. Так что вы хотели? Вам знакома эта девушка? Это Дарья Литвинова. Господи, как дурно снято. Откуда у вас это фото? Вы знакомы с Германом Радзивиллом? Да, его убили, это ужасно. Мы нашли это фото у него в бумажнике. Я слышала, что они были знакомы. Вы не могли бы рассказать ей поподробнее? Она ведь была одной из ваших моделей. Увы, уже нет, Дарья больше не работает у нас. Вы разорвали с ней контракт. А почему? Она сорвала съемки, не явилась во Францию. И вообще исчезла, неизвестно куда. А вы не беспокойтесь? Вдруг с ней что-нибудь случилось? Что с ней может случиться? Разве что умерла от любви к какому-нибудь шейху из Эмиратов. Дарья, я услышал ваши шаги. Послушайте,
Ну, что она себе позволяет? Кто? Ваша героиня. Она с ним переспала. С кем? С бойфрендом хозяйки. Помните? Он назначил ей встречу в кафе. Я их познакомил. Заказал им по рюмке коньяку. Продемонстрировал ему запись в записной книжке. Парень клюнул, завязался разговор. Девушка сказала, что телефон ей дали собачники. Дескать, у нее тоже ротвейлер, только кобель. Правильно. Знаю. Она дала ему телефон и... Ну какого черта она оказалась у него в кровати? Вы у меня спрашиваете? Ну это же вы написали. Она просто зашла к нему выпить вина. Да они и так в баре сидели. Интересно, зачем ей идти пить вино ночью в квартиру к одинокому мужчине? Ну, например, для того, чтобы узнать, что хозяйка квартиры работает моделью. Моделью? Ну, допустим, модель может менять мужчин как перчатки. Но не наша героиня. Она простая, скромная девушка. А может, он ей просто понравился? Господи, что-то может нравиться. Обычный плейбой. Заурядный красавчик, который занимается мелкой торговлей спиртным. Нет, он работает в студии компьютерной графики. Компьютерной графики? Конечно, для сюжета это лучше. Надо еще дать ему какую-нибудь примечательную особенность. Черная нитка на запястье. Нитка? Да. Точно. Простите, всего доброго. До свидания. Да, кстати. А вы сами-то где пропадали всю ночь? Я у подруги, а что? Да нет, ничего. Просто к вам с утра пораньше ломился какой-то тип. Небритый, глаза красные. И от него жутко разило перегаром. Вы уж вразумите своих ухажеров, милочка. Они мешают мне работать. Леонид Петрович, хотите, я вас подвезу? Если вас не затруднит. Нет, что вы, нисколько. А вы знакомы с Литвиной? Конечно. Вы подруги? Она иногда звонит мне, чтобы поговорить о любви, потому что она влюбляется каждые 2 месяца. Легкомысленная особа. Не стоит сразу расклеивать ярлыки. Она искренне влюбляется. Помните, как душечка у Чехова? Вот так и Даша. Но, честно говоря, не стоило ей работать с моделью. Потому что наша профессия требует аскезы и самоотречения. Садитесь. Садитесь. Скажите, а Ксения Никольская тоже охотница на мужчин? Ну что вы. Не надо думать, что все модели такие распущенные. Нет, конечно, нет. Между прочим, Ксюша закончила физтех и знает несколько иностранных языков. Странный набор для фотомодели. Я думал... А вы думали, что мы все смазливые куклы?
Без мозгов? Я так не думаю. Правда? А вы милый. Спасибо. Ну что, куда вас отвезти? Может быть, мы выпьем по чашечке кофе и там продолжим наш разговор? Хорошо. Неужели это был Денис? Атум? Хорошо, что я не поехала сюда. Знаешь, все-таки немного обидно, что стоило мне выйти за порог, он сразу побежал опять к Дарье. Ну-ка, Тума, нам опять пишут. Что на этот раз, Грим? Ты не знаешь, что с Барсом? Я тоже нет. А Воронов просил ответить, причем что-нибудь нейтральное. Предлагаю встретиться у памятника Гоголю. Ну, скажем, в 7. Нет, в 7:30. Мне же еще тебя к Нинке вести. Что ты так смотришь? Просто хочу посмотреть, что это за тип. Интересно, как он узнал, что я не Дарья. Спасибо, молодой человек, вы свободно идите. Скажите, а почему Никольская больше не работает в агентстве? Ксюша очень хотела поработать во Франции. А контракт отдали Дарье. Тогда она устроила скандал и уволилась из агентства. Некрасиво. А Даша во Францию не поехала? Нет. Исчезла неизвестно куда. Она могла уехать в Мурманск. У нее там родственники, она оттуда родом. А давно Даша встречается с Радзивиллом? Последнее время она рассказывала о каком-то компьютерщике. Говорила, что он даже переехал к ней жить. Я подумала, что там все серьезно. Но потом стала упоминать о банкире. Может быть, это и был Радзивилл? Она называла его Барсом. Радзивилл возглавлял коммерческий банк Ирбис. Это и есть снежный барс. Правда, я не знала. Видите, как все сходится. А вы не знаете, где живет Дарья Литвина? Она недавно переехала в новую квартиру. А у меня есть ее мобильный. Ничего, сообразим. А вы что, думаете, она причастна к этому убийству? Как знать. Саня, девушку на фотографии зовут Дарья Литвинова. Пробей адресок. Жду. Надеюсь, что его устроит версия подруги, которая ухаживает за собакой в отсутствии хозяйки. Вот и отлично. В 6 отвезу тебя к Нинке.
потом быстро встречусь с Гримом. А сейчас не мешай мне, псина. Мне надо поспать. Знаешь ли, ночка была непростая. У твоей хозяйки совершенно потрясающий парень. Не бы такого. Но у меня строгие моральные принципы, черт бы их побрал. Ладно, давай, иди отсюда. Скажите, чертовски трудно быть красивой девушкой. Вовсе нет. Тем более, что у меня психология некрасивого человека. Я всю жизнь жила с этим ужасным шрамом. Очень этого стеснялась. Вы самая удивительная девушка, которую я когда-либо встречал. Ну что вы, я самая обычная. Простите, Регина, я должен задать вам этот вопрос. Где вы были в ночь с 3 на 4? Я была у Веты. Она как раз приобрела себе чудный камешек, и мы с ней его обмывали. Какой камушек? Бриллиант. Бриллианты — это единственная страсть Веты. Да, это, конечно, очень грустно. Боже мой, она так одинока. Я думал, вы подруги. А женщине не нужны подруги. Женщине нужен мужчина. А что же вы не пьете коньяк? Я же за рулем. Но я бы очень хотела выпить с вами. Позже, когда вы закончите работать. Тогда я уже закончил. Можем поехать ко мне. Как потом поедете машину? А я ее оставлю, а потом вызову такси. Саня, нашел адрес Эльвиры, молоток. А я уже здесь. И, похоже, в квартире кто-то есть. Я видел, как в окне задернули шторы. Скажи, тебя дождаться? Да, проверь квартиру и вызови ее на завтра в контору. Почему завтра? Ну, потому что я сейчас занят. У меня другие дела. Я сказал, у меня другие дела. Все. Пока. Ваша подруга, похоже, дома. У нее свет горит. Ну, может быть, нам тогда тоже поехать домой? Все, не проси. Я спать хочу. Ну ладно. Откройте, милиция!
Дарья Анатольевна, немедленно откройте дверь, я знаю, что вы дома. Ну и где ты застряла? Я жду, собаке твои кости купила. Ты собираешься приехать-то или нет? Нет, Нинон. Я из дома выйти не могу. Почему это? Потому что у меня у подъезда милиция. Доигралась? Поздравляю. У меня нет другого выхода, Нинка. Я пошла сдаваться. Да не пари горячку! Я буду свидетелем, я расскажу все, как было! Кто нам теперь поверит? Ну все, Нинон, прощай. Да... А ты сиди. Все, собака, финита ля комедия. Скоро будет обыск, тебя выпустят. А меня посадят. В общем, я решил подежурить. Я обитый час трезвонил, но дверь никто не открыл. А в квартире явно кто-то есть. И долго ты собираешься там дежурить? Из квартиры можно хоть неделю не выходить, если продукты в холодильник. А собака? Ей же надо гулять. Знаешь, приличный пес выходит по своим делам 2 раза в день. Ладно, действуй по обстановке, если что, сразу докладывай. А у вас выходные бывают, Леонид Петрович? Когда идет следствие, нет. Простите меня, но вы именно поэтому не женаты, да? Ну и поэтому тоже. И каждая женщина вынесет, что ее мужчина вскакивает среди ночи, потому что где-то кого-то грохнули. Возвращайся через 3 суток, а потом еще сутки спит. Собственно, именно поэтому редко кто может ужиться с моделями. И в этом мы с вами очень похожи. Как хорошо, что я вас встретил, Дарья. Я к вам. У меня полная катастрофа. Меня тоже. Сюжет валится. Не хватает важного компонента. Ну и черт с ним. То есть? Как это? Сами втравили меня в это дело, а теперь вам все равно? Не нужна параллельная линия. Зачем? У героини должен быть источник информации. В общем, давайте, давайте спустимся ко мне. Пойдемте, пойдемте. Понимаете, нам нужны улики. Реальные улики, которые можно сопоставить с тем, что знает героиня. Ну, например, в багажнике рядом с трупом была найдена, ну, скажем, пуговица. Запонка. Да, точно. Тогда другая запонка. Будет найдена в квартире вместе с окровавленной рубашкой. Вы так все быстро схватываете, Дарья? Поразительно. Да, но ведь героиня не могла знать о второй запонке. Значит, мы вводим параллельную линию. Следователя или оперативника, или... Уже.
Что уже? Линия уже введена. Идите сюда. Видите, вон ту машину. Там как раз следователь или оперативник. И он следит за мной. Я как раз шла к нему. Как это называется? Явка с повинной? А вы-то что натворили, Дарья? А я не Дарья. Я Наталья Широкова. И квартира эта не моя. И собака тоже. В общем, со мной случилось все то, о чем вы решили написать детектив. Друзья, авантюристка. Я всегда чувствовал, у вас какая-то загадка. Слушайте, я должен все увидеть своими глазами. Сейчас. Одну секунду. Утром я очень спешил. Проходите. Вы очень милый и очень трогательный. Спасибо, вы тоже. Я принесу бокалы. Нет, нет. Знаете, я не хочу пить коньяк. Я хочу совсем другого. Вы не сочтете меня слишком распущенной? Я... Он всех подряд проверяет. Какой въедливый! Мышь не проскочит. Да бог с ним. Ведь этой крови, похоже, не меньше недели. Откуда вы знаете? У меня это уже было. В пятом романе. Да, и смерть бывает неверна. Там по давности пятен определили, что подозреваемый невиновен. Вы говорили про эту запонку? А что? Странно. Кажется, убитый возглавлял крупный банк? Да, Ирбис. А запонки носил из самого дешевого серебра, да еще такую кустарную штамповку? Отвратительная морда. Всегда подозревал, что некоторые банкиры раньше были обычными бандитами. Она ничего. Что, лучше бы героиней была она, а не я? Мне кажется, теперь это одно и то же. Вы же сами решили играть в ее роль. Интересно, почему все-таки она не уехала в Мурманск? Или ей не дали уехать? Ну, чем еще меня порадуете? Электронная почта. Грим, помните? Он что, тоже существует?
Я назначила ему встречу на сегодня. Он прислал мне свой адрес. Проспект Буденного. Но тут явилась милиция. А почему он спросил, кто вы? И как он узнал, что вы не Дарья? Не знаю. Я просто назначила ему встречу. А он и не мог прийти. И Дарья об этом знала. А почему? Да мало ли, ногу сломал. Или с детства прикован к коляске. Но адрес у вас есть, и вы можете нанести ему визит. А это кто? Видимо, подруги. А на другом снимке ее молодой человек. А, это тот, с которым вы встречались? Да. Это он ломился в квартиру на рассвете. Наглый, полупьяный. Ну что вы, он очень милый. Жаль. Вам жаль, что он милый? Да нет, жаль, что у вас нет вкуса. Он же заурядный плейбой. Ксюша, Бадр-Бадр и я. Калипсо. Вы не знаете, что такое Калипсо? Может быть, ресторан? Ну, ладно. Думаю, что ничего интересного мы здесь больше не найдем. Протрите отпечатки пальцев. А вы куда, Владимир Владимирович? Домой. А я? Так вы же собирались сдаться на милость победителя. Ну, вы же сами видите, что у меня нет шансов. Ну и что вы предлагаете? Может быть, это прозвучит глупо, но вы не могли бы мне позволить переночевать у вас? У меня? Ну да. Хоть на коврике в прихожей. Ну, не вечно же он будет торчать у подъезда. Ну, не знаю. Разве только одну ночь? Спасибо. Тума, мы уходим! Стоп, 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 стоп! О собаке мы не договаривались! У меня же аллергия! Ну, Владимир Владимирович, а куда же мне ее девать? А мы ее в прихожей привяжем. А если у нее лептоспироз? Вы знаете, как он опасен для человека? Поражает печень, почки, и глазные яблоки, и нервную систему. Я уж не говорю о том, что у нее наверняка блохи и глисты, и... Да нет у нее лептоспироза, господи. И блох у нее нет. Вам бы не детектива, а медицинский анамнез записать. Я учту. В таком случае... Будете спать с ней в прихожей. Все-таки это удобнее, чем на нарах. Не так ли? Наталья, вы что, вы всерьез решили спать в прихожей? Здесь же из-под двери дует, вы рискуете застудить себе почки. Идите, я постелил вам на диване. Огромное спасибо за заботу о моем здоровье. Пожалуйста. Только зачем вы принесли сюда эту дрянь? Чужие щетки, бритву. Я подумала, что если милиция найдет их, то заподозрят Дениса. Дался вам этот Денис. Но он же ни в чем не виноват. Вы лишаете следствия улик. В квартире их и так предостаточно. Вот, пожалуйста. Располагайтесь. А где же будете спать вы? Ну, разве могу спать, когда сюжет наконец стал двигаться? И имейте в виду, завтра вашей собаки тут быть не должно. Я позвоню подруге, она заберет ее, она обещала. Да уж, сделайте одолжение. Спокойной ночи. Подождите, Владимир Владимирович. Как будет называться ваша новая книга? Непридуманное убийство.
Извините, мне нужно работать. Не смотри. Почему? Потому что я не люблю день. Все сразу же начинают пялиться на мой шрам. Я люблю ночь. Мы с ней союзники. Понимаю. Звонит. Разве ты не слышишь, что звонит? Ну и всех к черту. Сегодня суббота, я беру выходной. А вдруг это что-то важное? Я не хочу, чтобы наши отношения мешали твоей работе. Да. Нашли твою подругу, Дашу Литвину. Где? За городом. В каком-то особняке. Мертвую. Почему ты мне сразу не сказал, что Литвинова сидит на игле? Я не знала. Я правда, я не знала. А что с ней случилось? Передозировка, героин. Я знаю, что девушки из вашего агентства попадались на перевозке. Многие в Калипсо этим грешат. Не смей так думать. Теперь из-за одной паршивой овцы вы будете трепать Вету, да? Регин, скажи честно. Может, ты тоже? Травку пробовала, да. Чтобы сидеть на героине, нужно быть полной дурой. Вопрос исчерпан? Зря я тебя сюда привез, не надо тебе это видеть. Ничего, я очень сильная. Тем более, что я так не хочу с тобой расставаться. Привет, шеф. Ты, как всегда, к шапочному разбору. Это подруга погибшей, Регина Бадер. Мы как раз с ней беседовали, когда ты позвонил. Так что случилось? В общем,
подробно расскажет Крупский, а в общих чертах, значит, девушка умерла где-то неделю назад. Передоз нашла ее домработница. В доме было холодно, поэтому труп хорошо сохранился. А чей особняк? Знаешь, любопытная халупа, особенно если учесть, что домработница хозяина называет Германом Юлиановичем. Как? Именно. Немного в Москве встретишь Германов Юлиановича, так? Так это особняк Радзивилла. Хорошая новость. А домработница здесь? В доме. Хочешь сам пообщаться? Тайный особняк Радзивилла. Так. Сань, ты джуй к соседям. Узнай, может, кто-то увидел, слышал. Смерть наступила около недели назад. Передозировка героином. В сумочке нашли направление к наркологу. По нему и установили личность. Что еще было в сумке? Интересно, зачем она носила с собой нож? Не надо смотреть. Ничего, я в порядке. На полу плохо затертые следы крови. Я сделал экспертизу, но, похоже, мы нарыли место первого убийства. Даю вдруг, что это кровь Радзивилла. Похоже на то. Ты все дрожишь, тебе холодно? Я в порядке, не обращай на меня внимания, работай. Это вы нашли тело? Да, сегодня утром. Видите ли, я живу тут рядом. А Герман Юлианович приезжает редко, поэтому у меня уборка раз в неделю. Скажите, а вы уходили до того, как приезжал хозяин, или дожидались его? Он всегда приезжал к 10, а я уходила в 9. Но если я управлюсь пораньше, то посижу тут, повяжу, послушаю музыку. Он разрешал мне пользоваться музыкальным центром. И вязание свое я часто здесь оставляла. Конечно, конечно. А что это вы вяжете? Жилеточку. Вам не мешает? Нет, нет. А когда он был здесь в последний раз? С 3 на 4. Значит, 3 вы здесь убрали, ушли. И появились только сегодня. А как вы ее нашли? Да я ее не сразу заметила. Хотела разжигать огонь в камине, повернулась, а тут сидит эта девица. А раньше вы ее видели? Никогда. И я думаю, что у такого приличного человека, как Герман Юлианович, не было знакомых наркоманов. Скорее всего, она и в дом влезла, чтобы уколоться. Простите, а ключ от подвала у вас есть? Нет. Ключи от подвала были только у хозяина. Душу, богомать. Он что, был садомазохистом? Положите вещдок на место клоуна. Знаешь, только одна непонятка. Если эта девица тут неделю сидит, то кого вчера пас Гусалов? Не понял. Гусалов говорит, что в квартире Литвиновой горит свет, лает собака.
Алло, Саня. До его правления возьми ордер на обыск квартиры Литвиновой. Смотри, Петрович, а вот и пара нашлась. Вторая такая же запонка лежала в багажнике, рядом с телом Радзивилла. Угу. Как ты себя чувствуешь? Может, домой поедешь? Нет. Нет, я не могу сейчас быть одна. Притом тебе же нужны понятые. Да, черт. Уже протокол оформлять, а дом как будто вымер. Ну где этот Саня ходит? Здесь я. А, вот, сосед снизу вызвался быть понятым. Здрасте. Хорошо. Ну, где твоя собака? Или у тебя слуховые галлюцинации? Слушай, ну, ей-богу, была собака. Вон, смотри, сухой корм. Я же не сумасшедший. Ты не сумасшедший. Ты лопух. Стоило себе всю ночь морозить задницу, чтобы потом выпустить собаку из запертой квартиры? Слушай, я тебе клянусь. При мне собаку из подъезда никто не выводил. Значит, она улетела на вертолете береговой охраны США. Шеф. Маркелов Денис Евгеньевич, студия компьютерной графики «Автопилот». А помнишь, я тебе говорила, что у Даши есть парень, и что он компьютерщик? Ладно, поговорим с молодым человеком. Странно. Ты говорила, что они жили вместе. Но в квартире нет никаких мужских вещей. Черт знает что. Ни одного приличного отпечатка. Как будто взвод уборщицы поработал. Давно вы фотографировались? Лет 5 назад. Тогда все еще только начиналось. Ну что, вы нашли что-нибудь важное? Боюсь, твоя подруга замешана в смерти банкира. Кстати, а что ты делаешь сегодня вечером? А я разве тебе еще не сказала? Я пью с тобой коньяк. Простите, но изучать вещественные доказательства – прерогатива следствия. Извините. Понимаете, я... Дело в том, что писатель. Пишу детективы. Моя фамилия Воронов. Не слышали? Слышал. Моя племянница вас обожает. Правда? Ну, может, вы черкнете ей автограф? Сань, дай ручку. Да-да, конечно. Сколько лет? 16. Зовут Сима. Сима. Петрович, там на компе пароль взломали? Ну, прочтите электронную почту и выньте кассету из автоответчика, надо прослушать сообщение. А нет, там ничего, никакой кассеты. Пожалуйста. Спасибо. Кто это вам позволил? Дуракам полработы не показывают. А мне нравится. А мне нет. Зачем? Зачем вы взяли кассету из автоответчика? Опять из-за этого вашего Дениса? Ну, он такого в телефон наговорил, его же сразу загребут, а он ни в чем не виноват. Ну, дура, просто дура, вы же не даете следствию улик. Ну, скажите же мне, что там произошло? Почему они все так туда слетелись? Хозяйку квартиры нашли. Где-то за городом. Ее убили. Похоже, что нет. Кстати, я познакомился с ее подругой, ну, с той, что на фотографии. Регина Бадер. А Калипсо — это модельное агентство. И нам с вами
Надо бы познакомиться с ним. Вот если были бы вы красавицей, могли бы попытаться поступить к ним. А так надо думать. Спасибо. Я не хотел вас обидеть. Я просто констатирую факт. Большое спасибо. Ну так что же случилось с Дарьей? Она была наркоманкой и любовницей этого банкира. Она же его и убила. Хотела сбежать в Мурманск, но вспомнила, что что-то забыла на месте преступления. Что? Наверное, какие-то улики. Вернулась в особняк, укололась и... Это правда? Кажется, следователь склоняется к этой версии. Значит, кровь на ноже в сумочке Литвинова и Радзивилла? Абсолютно точно. Значит, нож есть ради убийства? Понимаешь, Петрович, глубина проникновения в черепную коробку Радзивилла не соответствует длине лезвия перочинного ножа. Ты хочешь сказать, что его убили чем-то другим? А почему тогда на ноже кровь? Черт его знает. Нет, судя по всему, эта девица его ножом саданула, но зачем она после ножик обратно в сумочку сунула? Машинально. Ладно, ты следак, ты думай. Я заключение сделал. Кровь на ноже и на полу идентичны и принадлежат убитому. Все. Ты обедать пойдешь? Нет, Саня, дождусь. Электронная почта Литвиновой. Буду думать, что тебя нет в живых. Впечатляет. Ты на дату посмотри. А то издевался надо мной, когда я по свою квартиру. Был там кто-то, и собака была. Я все-таки не идиот. Действительно, последние письма Литвиновой получены после ее смерти. На них явно кто-то отвечал. Да, и они договорились о встрече. И смотри, некий грим, вот, написал ей свой адрес. Здравствуйте. Добрый день. Мне нужен Базилевич Антон Антонович. Это я чем обязан? Старший следователь Леонид Петрович Люля. Это вы, Грим? Да, я. А вы по поводу Даши? Что с ней? А, проходите же. Передозировки героина. Героин, какая чушь. Ваша знакомая была наркоманкой со стажем. Вскрытие это подтвердило. А вы не думаете, что ее могли убить?
Я пока ничего не думаю. Это вы ей писали? Оперативно, да, я. Я волновался за нее. Почему? Я профессиональный программист. Я учил Дашу работать на компьютере. Последнее время она стала играть в запрещенные игры. Какие? Как я понял, она скачала компромат на главу какого-то холдинга и предложила ее конкуренту. Барсу? Да. А потом испугалась, что ее вычислят и сольют. А зачем ей нужно было становиться этим... хакером? Да. Она хотела денег. Насколько я понимаю, Даша была весьма обеспеченной девушкой. Она хотела много денег и сразу. Она работала одна? Да, если бы у нее был подельник, я бы знал. Последние письма были отправлены после смерти Дарьи. С кем вы переписывались? Я не знаю. И еще. Что? Она говорила, что никому нельзя доверять. Особенно любовнику, с которым спишь в одной постели. Если с ней что-нибудь случится, я должен был кое-что сделать. Что сделать? Покажите еще раз удостоверение. Вот, возьмите. Что там? Я не собираюсь ни умирать, ни кончать с собой, ни разгоняться на машине более 80 километров. Я очень аккуратный и всегда проверяю тормозную систему. Но если со мной что-нибудь случится, вам стоит обратить внимание на управляющего коммерческим банком «Ирбис» Германа Юлиановича Радзивилла. Дарья Литвинова. Слишком красивая схема. Вы помните, в каком виде нашли Радзивилла? В багажнике, голову по пояс. А почему? Да потому что его рубашка лежала в этой чертовой квартире, в дипломате. Вот именно. А какого черта она там лежала? Зачем убийце понадобилось снимать с него рубаху, прятать в дипломат, да еще тащить в собственную квартиру? Не знаю. Вот и я не знаю. По-моему, все предельно ясно, шеф. Дело можно закрывать. Глядишь, по премии схлопочем. На каком основании закрывать? Что тебе ясно? Да все ясно. Все. Картина ясная, как стеклышко. Это Дарья. Крутила роман с Радзивиллом. Заодно пыталась ему втюхать какой-то компромат на конкурентов. Конкуренты об этом узнали, вычислили ее. Она запаниковала, там, испугалась за свою жизнь и написала письмо. Тебе бы детективу писать, как этому Воронову. А зачем она убила банкира? Вот. А вот здесь неожиданный виток сюжета. Роковая случайность. Радзивилл открыл свою кладовку в подвале, как синяя борода. А девушка решила перед ночью любви с плютками у колодца. Он ее застукал за этим делом, отобрал у нее шприц, и тогда она схватила нож и ударила его. Нет.
Ты сказочник, Сань. Как Шарль Перо. Слушай, ну я серьезно. Она поняла, что сделала, запаниковала, решила скрыть следы, отвезла труп в машине. Потом вспомнила, что что-то забыла в особняке, вернулась, ну и от всех переживаний решила шернуться наконец-таки. А не проще было просто уйти из особняка? Домработница явилась бы только через неделю. С кем приехала Радзивилл, она не видела. Дарья ничем не рисковала. Слушай, я не понимаю, что тебе не нравится? А то, что оба убийства замыкаются друг на друга. Классический ход. Она убивает его, а потом совершенно случайно сводит счет с жизнью. Любой нормальный человек и рубаху, и документы сразу бы выбросил. Но дело даже не в этом. А в чем? В запонке. Помните? Из дешевого серебра. Инь-янь. Да. Так вот, вторую запонку нашли в багажнике машины рядом с телом. Видимо, им одной рубахи показалось мало. Кому? Тому, кто убил Радзивилла. И решил повесить все на Литвинова. Не забывай, что еще один человек мог желать смерти Радзивилла. Кто? Ее парень Денис Маркелов? Вот именно. Ревность. Будет такие страсти. Ну да, ну да. С недавних пор это чувство тебе хорошо знакомо, да. Дам по шее. И учти, я видел, как вы все пялились на Регину. Все-таки я не понимаю, что она в тебе нашла. О деле думай. Алло, Денис Евгеньевич? Мне срочно нужно с вами встретиться. Старший следователь прокуратуры Леонид Петрович. Денис Маркелов? Да, это я. А вы следователь? А что случилось? Что-то с Дашей, да? К сожалению, должен сообщить вам, что Дарьи Литвиновой нет в живых. Как это произошло? Я расскажу вам позже, но сначала вы. Вы были с ней в близких отношениях? Мы жили вместе, пока не появился этот банкир. Как его звали? Герман. Вы не представляете, как трудно жить с такой красавицей. Значит, вы расстались? Да, я решил разорвать все отношения, но потом понял, что не смогу без нее. Вы понимаете, я начал звонить, а она трубку не брала. Наговорил на автоответчик всякие глупости. А давно у нее появился этот банкир? Пару месяцев назад. Так как она умерла? От передозировки героина в особняке этого банкира. Сволочь. Скотина. Скажите, а Дарья хорошо разбиралась в компьютерах? Да, она молодец, она схватывала все на лету. А вы не знаете, какую информацию она скачивала? С кем вела переговоры? Вы подозреваете ее в хакерстве? Нет, вряд ли. Садись, подкину тебя до дома. Ах, черт, я сумочку с ключами у Воронова забыла. Так беги быстрее. Уезжайте скорее, вас не должны здесь видеть. А ты? Сама доберусь. Это предлог? Я тебя умоляю. Воронов вообще женщинами не интересуется. Так не бывает. Бывает. Он пишет новый детектив, и кроме этого, его вообще ничего не волнует. А тебя это, по-моему, задевает. Пока. Пока. Я даже соскучиться-то не успел.
Простите, ради бога, я у вас сумку забыла. Чем-то воняет. Нафталином? Возможно. Да вот, пообещал следователю завтра пообедать с его племянницей. Ну, она моя поклонница. Рада за вас. Да. Вот, выбирал, чтобы на себя такое надеть. И, представляете, оказался в полном тупике. Наталья. И, видимо, вынужден просить вас о помощи. Очень мило. Значит, я вам должна помочь охмурить юную девушку. Да при чем здесь охмурить? Она еще совсем ребенок. Ей 16 нет. Да нет, просто у меня к этому следователю шкурный интерес. Понимаю. Та самая линия следствия. Ну да, все улики, все версии из первых рук. Вы же понимаете, как для меня это важно? Вот. А может быть, вам остаться и сегодня? Ладно. Я займусь вами, Воронов. Тем более, что в таком виде, как вы ходите, только бутылки собирать. Я что, выгляжу неприлично? Не то слово. Ну, давайте, показывайте мне, что вы там выбрали. Вот. Пиджак. Брюки. Что вы смеетесь? Вот рубашку. Вы простите, но этой рубашке лет 10. А брюкам, простите, все 20. Про пиджак я вообще не говорю. Что это такое? Что, прекрасные вельветовые штаны. Вы не думайте, я покупаю вещи. Короче, это все надо вынести на помойку. Давайте. Да какую помойку? Вы подождите. А в чем, по-вашему, я завтра пойду? В трениках? Ну, конечно, нет. Давайте мне телефон вашего лид-агента. Что, с ума сошли? Сейчас 3 часа ночи. Понятно. Сколько вы ему отстегиваете от ваших гонораров? 30%. О, тогда время не имеет значения. Слушайте, 30. Что вы ищете? Отдайте. 8. Слушайте, Наталья, да вы просто фурия. Я не фурия, я гарпия. Слушайте, перестаньте. Вы... Тихо. Что вы делаете? Вы тихо. Алло, Натан Борисович, это на... Дарья, вы должны срочно привезти Воронову новые вещи. У него завтра важная встреча. Вы просто сошли с ума. Видишь, какая у тебя тяжелая работа. Вот уже и морщинки появились. Но я ведь не фотомодель. Знаешь, о чем я мечтаю? О том, чтобы вот так каждый день приходить с работы, а ты меня ждешь, как сегодня. Пообещай мне, что никогда не потребуешь от меня никаких жертв. Если ты уйдешь... Я не уйду. Ну, твоя работа предполагает. Ничего она не предполагает. Если ты думаешь, что меня можно соблазнить денежным мешком, то ты ошибаешься. У меня психология некрасивого человека. Ты мне красавица. Нет. Нет, я всегда помню, какой я была раньше. А для некрасивого человека ничто не имеет значения, кроме человеческой души. Ну да, они довольствуются новым. Наоборот. Они заглядывают в самые глубокие колодцы и берут по максимуму. Алло, вы знаете, который час? Извините, это официант из ресторана «Обсерватория». Да? Помните, нас допрашивали и сказали звонить вам в любое время, если мы что вспомним. И что вы вспомнили? Эта девушка, которая ужинала с Радзивиллом, она так странно курила. Она пускала дым красивыми кольцами и нанизывала одно на другое. Минутку. Даша курила? Нет.
Значит, она не могла пускать дым колечками. Дым колечками? Дым колечками пускала Ксюша. Значит, в ресторане с Радзивиллом была не Даша, а Ксения Никольская. Тебя разбилась версия? Вдребезги.